Ребят, всем привет! У нас сегодня с вами АСМР, потому что мой ребенок спит. Арина спит, короче. Давно не виделись, потому что я нахожусь сейчас в рабстве у Арины. Во-первых, смотрите, мы заказали сегодня вайн от суши. Ребят, все за свои деньги, никто ничего не присылает, поэтому лайк, подписка, поддержите канал. Угар в том, что они доставляют вот такие вот соусы. Там даже немножко пролилось. Не знаю, может, у них закончились нормальные бутылочки соуса. Так, давайте начнем. Сейчас я проверю, звук пишется хоть. Так, все, звук пишется, начинаем. Вайн от суши. Я хотела попробовать очень давно. Я даже им писала, типа, пришлите мне ровно на обзор. Они такие, да-да-да, пришлем, и пропали. Вайн от суши, если вы это смотрите... Присылайте роллы. О, блин, смотрите, ребята. Слушайте, ну, в принципе, красиво. Сделаем заставку. Пахнет очень вкусно. Why not sushi? Follow me. Так. Ребята, я реально в рабстве. Я в рабстве у Арины. Хорошо, хоть она сейчас заснула, потому что она стала хуже спать, короче. Сегодня, знаете что, Саша, по-моему, оставил холодильник, морозилку открытую. И сейчас он что-то странно гудит. Ладно, так. Ребят, ну, все симпатично. Смотрите, коробка какая классная, да? Там. Слушайте, холодильник реально странно гудит. Я по обыкновению не буду ничего выкладывать. Не хочу ничего выкладывать, потому что это время занимает. У нас, ребят, с вами нет времени, и вы во мне это цените. Так, ну что, давно не виделись, на самом деле. Давайте расскажу вкратце вообще, как дела. Ребят, дела с переменным успехом. В принципе, все хорошо. Мне нравится родительство. Ну вот, только немножко я как бы в это погружена во все, и нет ни на что вообще больше времени. Ребят, я не знаю, сколько у нас времени, потому что Арина проснулась, и давайте попробуем уже хоть что-нибудь, потому что я, если честно, очень хочу это все попробовать. Вы услышите, когда она проснется, точнее, когда она заорет. Все поймете. Давайте начинать. Хочу вам все показать. Во-первых, заказала одни из самых дорогих и вкусных позиций. Ну, в надежде на то, что они будут реально вкусными. Давайте посмотрим. У них рейтинг 4,9. Так, это лосось с манго. Вкусный, знаете, такой тайский стиль. Я давно не ела роллы. Ела роллы в последний раз, когда вот с вами мы снимали. Слушайте, у них хороший рис. Такой немного кашеобразный. Но неплохой. Хороший рис, вкусный. Даже не неплохой, а вкусный. Но, ребята, они стоят, если честно, на Яндексе. Они так, если просто в кафе заказывать, они дешевле. На Яндексе все эти позиции стоят каждая по 800-700 рублей. Очень вкусный сливочный угорь. Ну, короче, ребят, вот так вот мы с вами быстренько записываем видео, потому что я вам честно говорю, что я вся в ребенке. Но пока она маленькая, я думаю, что потом будет легче. Знаете, будем с ней записывать, да, ролики. Очень вкусно, знаете, на самом деле, вот, сочетание лосось-манго я не очень, вот это очень вкусно. Уже, слышите? Дай маме обозреть эту вкуснятину. Сейчас все потом к себе возьму, она пока лежит в коконе. Так. Честно, из вот такого сегмента это супер. Действительно вкусно.
Что касается материнства, ну, мне, в принципе, нравится. Знаете, ты просто за каким-то котеночком ухаживаешь. Помните, такое было видео? Там чуи-чуи-чуи. Блин, я вот тут вот вставлю. То есть чувство нежности, любви, конечно, они переполняют. Арина в целом классный очень ребенок. Она уже улыбается, знаете, она держит головку, она такая активная. Она хорошо спала. Но последние 2 дня что-то плохо спит. Вкусно. Вот. В целом, я ничего не ожидала прям от материнства такого вау, но мне нравится. Мне нравится с ней время проводить, это классно. И уже хочется, знаете, посмотреть, как она, какая она будет, когда подрастет. Я вообще стала задумываться про детдома, про все вот это. В целом про детей, что они такие беззащитные, маленькие. Знаете, очень многие выделяют внимание, там, допустим, собакам, кошкам, вот приютам. Но так мало про детдома что-то освещается. Никто не собирает сборы, знаете, вот это вот все. Это очень мало. И мне кажется, необоснованно. То есть, за последнее время я много, ну, подписана, конечно, всякие приюты, но много сборов собирается для бездомных, допустим, животных. А вот про детские дома я вообще ни разу не видела, чтобы кто-то собирал какие-то там игрушки, еще что-то. Я вот хотела бы съездить, на самом деле. Думаю, можно будет с Ариной потом съездить. Ну, знаете, это развивает эмпатию. И как бы помочь деткам, если честно, хочется как-то. Так, потому что я вот видя Арину, какая она маленькая, какая она беззащитная, и сколько ей нужно внимания, любви, заботы, и без этого она бы не смогла. Я не представляю, как детям тяжело в детских домах. Слушайте, ну топ. Они еще подешевле стоят в кафе. Можете спокойно заходить, кушать. Ваня Цуш, напишите мне. Я не очень люблю темпуру. Это лосось креветка. Смотрите. В целом вкусно. Темпура вообще не моя тема. Я больше люблю угорь. Я больше люблю авокадо. Ч-ч-ч-ч. Слушайте, дает нам поесть, ребят. Иду, иду. Иду. Ой, манго очень вкусный вот в этих роллах. Прикольно. Знаете, кто любит такие сочетания, вам понравится. Холодильник перестал шуметь. Мне сейчас ужин готовить. Просто. Мамочки, вы меня понимаете, да? Хотя много дней я просто с Алиной спала, отсыпалась, знаете. И ей очень хорошо спится, когда я рядом с ней сплю. Что, зай? Слышите, прям разговаривать. Иду, 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 иду. Давайте еще одну вот эту заточим. Ребят, ну красиво, да? Вы соскучились, наверное, уже по мне. Иду. Подождите. Так, ребят, я, короче, положила мою роллинг главную рядом. Не знаю, сколько она сейчас полежит, но сколько-то полежит, наверное. Вот. Пока лежит тут, смотрит все. В общем, у меня стал дергаться глаз, ребят. Это не из-за того, что я нервничаю. Просто, мне кажется, из-за того, что я все время во внимании. Плюс еще, я, знаете, как думала, что мы все будем спать раздельно. Что Арина будет спать вообще в отдельной комнате. По итогу Арина спит со мной полночи.
Угу. Я думала, совместный сон — это небезопасно. Ребят, совместный сон — это единственный возможный сон. Я вам так скажу. Ну и плюс для детей, знаете, это естественно, как бы. Спать рядом с мамой, просыпаться все время, ее мониторить, она тут, не тут. Я надеюсь, что когда-нибудь я научу ее спать одну. Желательно в течение полугода. Но это, я так поняла, не так уж и просто, особенно когда ты покормишь грудью. Если, знаете, кормление из бутылочки, в принципе, можно с бутылочкой ребенка класть, ну, там его обнимать, и он заснет. Да, там покушает, пососет и заснет. А когда ты привязан к груди, то, знаете, сложновато. Даже я перекладываю, когда она глубоко спит, то есть когда она прям вырубилась. Вот так. Кстати, заходите в мой телеграм-канал, там я бываю чаще, чем здесь. Ну, ребят, понятное дело, что там полегче все-таки выйти, чем здесь. Тут мне вот надо сейчас записать, потом смонтировать, выложить. Красота, да? Кстати, подписывайтесь на канал, потому что, ну, просмотров много, а подписчиков вообще не прибавляется. Ребят, пожалуйста, добейте мне уже 20 тысяч, потому что мне уже просто, знаете, не захожу даже в творческую студию, поэтому. А. Раньше я заходила, всем отвечала. Сейчас я вижу, блин, что у меня даже 20 тысяч нет подписчиков. Я не захожу, чтобы не расстраиваться. Реально. Меня это расстраивает. Кому как, а мне, знаете, важно, сколько у меня подписчиков. Мне их мало. Неоправданно, я считаю, мало. Поэтому, ребят, пожалуйста, прошу вас, поставьте подписаться, если вы смотрите мои видео на регулярной основе, потому что это супер важно для меня. Блин, сейчас обожрусь. И потому Арина выспит прыщи, потому что я объелась рисом, да, вот этим сладким. Ну что, 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 что? Нет, не высыпут, нет, не высыпут, Аришки, не высыпут, все будет хорошо. Ребят, ну такой вот у нас, знаете, мамский мукбанг. А я не знаю, как другие мукбангеры, у которых есть дети, записывают мукбанги. Им даже дети не мешают. Как? У них, наверное, они живут, может, с бабушками. Да? Да, живут, наверное, с бабушками. Арин, ты тоже хочешь роллов? Она, видите, уже разговаривает, как ребенок уже общается. Кстати, ей было вчера 2 месяца. Ариш, с днем рождения тебе прошедшим. Да. Ребята, вот такие дела. Не знаю, насколько получится длинный этот ролик. Сейчас все расплачется, придется заканчивать. Но вкусно. Слушайте, советую. Это лучше, чем много лосося. Это лучше. Ну, это лучше, да. Пока что мой фаворит Йоджи. Но это неплохо, реально. Не, неплохо, даже хорошо. Рыбка свежая. Все свежее, очень приятное. Все очень вкусно. Давайте попробуем еще вот эти. Ну, вот такие, знаете, почему не люблю такие? Потому что они пловоподобные, мне кажется. Да, точно. Точно. Ага. Угу. Угу. Агу. 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 Что? Ребят, я в целом сейчас прячу ребенка под столом, поэтому... Ой, поэтому что? Хочу сказать вам, было вкусно, реально. Мы поели с вами. Я, если честно, наелась. Ела очень быстро, потому что, блин, нет времени. Давайте еще вот такой вот один. Вот этот вот съедим. А, мне понравилось. Реально хорошо. Я думаю, что будем заказывать. Будем заказывать. Ребята, извините, что роллы, потому что видео выходит так редко, что если они роллы, то что? Я в обычной жизни просто я не ем роллы так. Ем только здесь, с вами. Поэтому
терпите роллы. Потому что то видео у нас было 3 недели назад. Я 3 недели не ела роллы. Для меня это сложно, потому что я обожаю роллы. Я, мне кажется, стала снимать мукбанги только для того, чтобы есть такую вот еду заказывать. И, знаете, самому себе такое заказывать как-то, ну, такое. Ну, типа, ты заказываешь, просто так обжираешься, да. А когда вот для видео, как бы, знаете, повод есть. Ой. Ну, вот такое еще съем и все. Роллы хорошие. Ну, вы сами видите. Why not суши? Поэтому, ребят, пока что особо ничего не происходит. Все, что происходит, выкладываю в Телеграм. Живу, знаете, обычной такой жизнью. Обычной жизнью с ребенком 2 месяцев. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я побежала. Арина уже немножко капризничает. Обязательно с вами скоро увидимся. До новых встреч. Пока.